Дорогие друзья, всем привет! Всех рад видеть вас, ребята, на моем канале. Всех уважаю, всех люблю. Друзья, у нас сейчас тренировка была с Диманом, индивидуальная тренировка. Кто не знает, напоминаю, что я тренирую по утрам, вторник, среда, четверг, пятница в Саратове здесь. Индивидуальная тренировка стоит 1000 рублей одна тренировка. У кого есть время, у кого есть желание потратить эти деньги на свое развитие, приходите. Мы сейчас с Диманом сделали такую программу, отработали ударную технику, немножко поработали из боевого самбо, из рукопашного боя, отработали двоечки, удары руками, понакидывали ногами по ноге, лоу-кики отработали, потом перешли на бразильскую джиу-джитсу, отработали болевые приемы на руки, на ноги, потом попотягивались, это укрепили свои ручки, потом поотжимались, понакидывали гантели, это на скорость, чтобы у вас удар был быстрый, обязательно надо с гантелями раскидываться. Потом чуть поборолись в партере, потом в стойке побросали приемы, бросок через спину со стойки, этот прием из самбо с Диманом отшлифовали. Я его так тренирую, 2-3 раза в неделю мы собираемся с ним. За месяц 2-3 Диман нормально прям подтянулся. Так что, ребята, видео посмотрите, я сейчас его выложу и оцените. В комментариях напишите, как вам этот комплекс. А также, если вас заинтересовало, ребята, приходите на тренировки, всегда буду рад, всегда буду помогать вам. Я люблю людей, которые очень активны, которые уважают, ценят спорт. В общем, вот такие, друзья, дела. В общем, ребята, жду ваших комментариев. Всем прекрасного дня. Будьте здоровы, ребята. Занимайтесь спортом. Я люблю вас всех, уважаю. Все, на связи, ребята. Я погнал, пошел дела свои делать.